Всем привет! У нас сегодня в обзоре целая серия крутейших рюкзаков и сумок от фирмы Deuter, модель под названием Avent. У нас имеется Avent Carry-On, мужская и женская версия, и имеется модель под названием Access, мужская и женская версия. Может показаться немножко странным, но здесь имеется вот такой вот значок NFC. В сумке, в рюкзаке NFC для путешественников. Для чего это? Сейчас вы все узнаете. Так нормально, да? Линейка Avent от фирмы Deuter – это очень крутая современная вещь, потому что у нас имеется мужская и женская версия модель Carry-On, а также мужская и женская версия модель под названием Access. В чем главная фишка данной модели? Ну, во-первых, они все изготовлены из одинакового материала – это 60D полиэстер, и имеется технология под названием NFC, что в Carry-On, что в Access. Зачем нужен NFC? Ну, во-первых, когда вы поднесете свой мобильный телефон, это подтвердит, что рюкзак является оригинальным, а во-вторых, вы можете посредством NFC-чипа забить туда свою оригинальную информацию. И если раньше имелся маленький такой паспорт, где писали, собственно говоря, имя, фамилию, номер телефона владельца рюкзака, то в данный момент это все можно сделать в электронном виде. И если вы вдруг потеряете свой рюкзак, кто-то поднес информацию, увидел всю информацию о вас и, собственно говоря, отослал вам этот рюкзак. Но мы надеемся, что такого не произойдет. Итак, во-первых, давайте поговорим про модель под названием Carry-On. У нас мужская и женская версия, они в принципе идентичны, и обсудим все на женской. У нас имеется внешний карман на молнии, ручка для удобной транспортировки и переноски сбоку и сбоку. Выбирайте, как вам удобно носить. Итак, одно большое основное отделение на молнии, стяжки. Когда вещи закинули внутрь, чтобы затянуть и не занимало много места. Еще одно отделение на молнии сетчатое. Но если вы не хотите носить данную сумку за ручки, то все очень легко. У нас имеется отделение, где расположены мягкие анатомические плечевые лямки. Вы их спокойно достали, подцепили посредством фиксации пастекс с одной и с другой стороны, отрегулировали, надели на плечи и отправились в путешествие. Что мужская, что женская версия, они абсолютно одинаковы. Итак, модель под названием Access. Access у нас имеется женская версия и имеется мужская версия. Здесь немножко отличается, но материал один и тот же. Итак, поехали. Женская версия. Расскажу немножко о ней. Также имеется NFC-чип. Основное отделение. Стягивающие ремни. Сетчатые отделения. Есть вот такой вот еще D-образный карабинчик. Можно сюда что-то посредством карабина подцепить. Внешнее отделение на молнии с карабином под ключи. Ручка для транспортировки. Еще одна ручка для транспортировки. Можем отсоединить застежки Fastex. И, собственно говоря, поговорим о самих плечевых лямках. Итак, плечевые лямки при желании можно убрать, если они вам вдруг не нужны. Вы их просто спокойно берете и убираете в кармашек, который имеется с обратной части. Видите? С обратной стороны. Если они вам не нужны, то вы можете использовать данный рюкзак просто как сумочку. Убрали. Все. Если вдруг они вам понадобятся, вы их достали с одной и с другой стороны. Подцепили посредством фастекса. Отрегулировали поясной ремень, надели и отправились в путешествие. Но помимо всего, имеется еще одно боковое отделение на молнии, куда можно положить, для примера, ноутбук. Вот, здесь стенки уплотненные, поэтому для него будет это самое оптимальное место. Итак, но это еще не все. Давайте поговорим про мужскую версию. Мужская версия.
Итак, передняя часть. Открываем. Основное отделение. Стягивающие ремни. Маленькая сумочка-косметичка, которая отсоединяется. На клапане отделение на молнию. Технология NFC также присутствует. Ручка для переноски и транспортировки. Сбоку также есть еще одна ручка. Поехали дальше. Переворачиваем. Если вы хотите носить просто как обычную сумку, то данный клапан не надо открывать. Если вы хотите носить как рюкзак, то вы просто открываете данный клапан. И чтобы он не мотылялся, открываем отделение на липучке Velcro. И аккуратно засовываем данный клапан. Засунули, застегнули. Что у нас здесь? Анатомические плечевые лямки, пояс и всевозможные фиксации. Помимо всего, в данной модели имеется вот такой вот боковой карманчик отделения. Если вы собрались в путешествие и вам нужны современные технологии, то целая линейка серии Avent – это идеальный вариант для людей, кто по-настоящему ценит качество, доступность и современность. И не забывайте, фирма Deuter делает по-настоящему крутые вещи для путешественников, поэтому заходите к нам на сайт и выбирайте только лучшее, а это сайт mandrivnik.com.ua.